совершено нападение. А вот. Я так думаю, скорее всего, это из-за съемок фильма «Брат 3». Потому что мне неоднократно угрожали. Пытались меня как бы это самое, чтобы я отошел от этой темы. Ну, понятно, там культурная мафия, как я ее называю. То есть продюсеры Сильяновы, ну, то есть там у них завязки хорошие. Поэтому выскочил грузовик и прямо впендюрился. То есть, ну, так ударил. И у него не получилось нам в лоб. Он, короче, по газам и короче, срулил быстро. И скрылся? А? Скрылся? Скрылся, да. То есть это номеров не было, ничего не было, короче. Вот. Но потом мне позвонили, сказали, это тебе предупреждение, типа, если не откажешься от своей, ну, от фильма, от съемок фильма «Брат 3», то тебе будет. Вот видите, что произошло. А за рулем не вы были, была водитель, да? Была девушка. Ну, это произошло уже, в общем, скажем, тут как бы такие криминальные районы, на самом деле, поэтому, соответственно. Ну, я что-то ожидал этого. Угрозы поступали неоднократно, но вот оно, видимо, происходит то, что происходит. А вот, поэтому, ну, я от своей миссии не откажусь. А вот, соответственно, поэтому... Не знаю, пока думаю, если честно, думаю. Кто вам угрожает это? Сказали, не трогай «Брата 3», фильм будешь снимать, тебе крышка и все такое. Все такое. Я думаю, голос с акцентом кавказским. Понятно. Конкретно я не могу вам сказать именно где чего, ну, вот то, что это звонки были, это правда.